Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Особый противопожарный режим в регионе продлен до 21 мая. Министерством природы Тувы внесен проект соответствующего постановления в правительство республики, сообщил заместитель начальника отдела охраны и защиты леса Минприроды республики Михаил Середкин. Несмотря на то, что сегодня в Туве нет действующих лесных пожаров, исходя из метеоставки гидрометцентра на май, риски лесных пожаров в регионе сохраняются. Дожди в республике обещают, но лишь местами, сказал он. По его словам, в Туве зарегистрировали 5 лесных пожаров. Последний потушили на прошлой неделе в Улукхемском районе. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет посещения лесных массивов гражданами, в республике действует с 10 апреля. В понедельник в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начались работы по ремонту дорожного покрытия на улицах Горная и Чургуйола, сообщает сайт мэрии Кызыла. В настоящее время идет устройство асфальтобетонного покрытия по одной полосе, без перекрытия движения транспортных средств. Мэрия обращает внимание водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения. Тува, которая ранее по численности населения в городах не попадала в данный федеральный проект, в этом году смогла добиться усилиями правительства региона включения Кызыльской агломерации в переформатированный национальный проект. Как сообщает Миндортранс Тувы, по состоянию на 24 апреля определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ на 19 участках автомобильных дорог регионального и местного значения. Всего в текущем году на территории республики приведут в нормативное состояние 22 дороги, в том числе 12 кызыльских улиц с общей протяженностью более 41 километра. В Туве охотникам будут давать 4000 рублей за одного волка, сообщается на официальной странице в социальных сетях Министерства природных ресурсов и экологии Тувы. Правительство региона приняло постановление о мерах по регулированию численности волков на территории Республики Тыва на 2019-2021 годы. Документ утвердил план мероприятий для каждого муниципального района, порядок выплаты вознаграждений волчатникам и положение конкурса на звание лучшей бригады охотников-волчатников на территории республики. По плану в республике ежегодно будут истреблять 645 особей волка. Это 40% популяции. Например, в год в охотничьих угодьях Тоджинского района будут ликвидировать 124 особи. В республике утверждена региональная государственная программа формирования городской среды на 2018-2022 годы. С текущего года приоритетный проект формирования комфортной городской среды вошел в состав национальных проектов «Жилье и городская среда». В паспорт регионального проекта формирования комфорта городской среды утвержден соглашением между министерствами России и республики в феврале этого года. Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации на территории республиканского комплексного проекта благоустройства. Сегодня в отделении Пенсионного фонда Тувы прошла пресс-конференция, где руководство ведомства рассказали о новом механизме исчисления социальной доплаты и индексации пенсии. Так в каких же случаях рассчитывается социальная доплата к пенсии? На этот вопрос ответила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда региона Урана Мангуш. В первую очередь направлено на повышение уровня жизни граждан, особенно неработающих граждан. Это вот послание президента было озвучено. И увеличение коснется тех граждан, неработающих, у которых размер общей суммы материального обеспечения, это сюда входит и пенсия, и ЕДВ, и другие выплаты по линии соцзащиты, если эти выплаты не достигают размера прожиточного минимума в субъекте, соответственно, им полагается доплата. И доплата с учетом индексированной пенсии с января может быть страховые пенсии на 7,05% или ЕДВ с февраля на 4,3%. Или социальные пенсии, это на 2% с апреля. Поэтому вот сказать, да,
что всем настолько увеличивается, и одинаковую сумму мы не можем сказать, потому что у каждого человека индивидуальный размер пенсии. Таким образом, для начала нужно узнать, как индексировали пенсии до принятия закона. Каждая новая индексация увеличивала размер пенсии, но уменьшала размер социальной доплаты. В результате такие пенсионеры фактически не замечали индексацию, так как общий размер выплат вырастал незначительно или же оставался без изменений на уровне прожиточного минимума пенсионера. Как сейчас будут индексировать пенсии? Тот размер, который индексированный, да? С 1 января вот страховых пенсий на 7,05, с 1 февраля на 4,3 и с 1 апреля социальных пенсий на 2%. Вот эти разница увеличения будет произведена сверх прожиточного минимума 8846 рублей и плюс вот эти суммы индексации пойдут. Отмечается, что перерасчет будет касаться только тех неработающих пенсионеров, чьи пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, и им производилась социальная доплата до прожиточного минимума. Мы перерасчеты произвели с 1 января, с 1 февраля, с 1 апреля. В мае на выплату отдаем. Приходить в органы пенсионного фонда не надо. Все производится в автоматическом режиме. И перерасчет уже произведем. Пенсионный фонд приступил к предоставлению повышенной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Перерасчет более 16 тысяч жителям республики будет произведен автоматически. Магазин «Химтоп» – бытовые средства для чистоты вашей кухни. Все от антижира до универсальных чистящих средств. «Химтоп» – Аюна Курседи 103/2. Ики това. Намасте. Меня зовут Бету Малек из Индии. Дорогие друзья, мы все вместе приготовили совместную песню, так что всех вас ждем. 28 апреля в ДНТ. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Накануне в Кызыле зафиксировано 3 факта угона машин. Транспортные средства не были оборудованы сигнализацией. 23 апреля около 4 часов утра в дежурную часть Кызыла с заявлением обратился 42-летний гражданин. Он сообщил, что ночью у него украли машину «Богдан», которая была припаркована возле дома. Также около 8 часов этого дня в полицию Кызыла поступило заявление от 46-летней местной жительницы. По ее словам, ночью неизвестные со двора дома угнали ее автомобиль марки «Приор» стоимостью 425 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Уполномоченными уголовного розыска Управлением МВД России по городу Кызылу проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого задержан подозреваемый в совершении хищения транспортных средств. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. При проведении допроса задержанный дал признательные показания. Похищенные автомашины были обнаружены во дворе частного дома, где проживает фигурант уголовного дела. Но на этом угоны не заканчиваются. В этот же день около 11 часов зарегистрировано очередное заявление о краже автомобиля. Обратившийся к полицейским 28-летний мужчина сообщил, что утром обнаружил пропажу своей автомашины ВАЗ, которая на ночь была припаркована также во дворе дома. Сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей. «20 мая руководитель Рособорнадзора в ходе горячей линии ответит на вопросы о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации, в этом году пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 по московскому времени. Руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов и специалисты ведомства ответят на вопросы выпускников, их родителей
и педагогов, касающиеся организации проведения ЕГЭ и ГИА 9 класс, изменений в процедуре проведения экзаменов, содержания экзаменационных материалов, особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ. В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте, на странице ЕГЭ и ГИА в социальных сетях, по телефону горячей линии плюс 7 495 984 89 19. В 4 пилотных районах начали подводить итоги реализации медиапроекта Минздрава Тувы «Светофор питания». Накануне специалисты Республиканского центра медицинской профилактики провели контрольное обследование участников в Кахемском районе. По разным причинам из 38 участников на финишную прямую вышли 15 человек. Контрольное обследование показало положительную динамику у всех. Специалисты отметили не только снижение веса, но и общий позитивный настрой участников проекта и их желание достичь новых высот. 6 мая районный этап светофора питания завершится, но работа по закреплению позитивных изменений, толчком для которых послужил медиапроект, будет продолжена, заверили в Центральной больнице и администрации Кахемского района. За это время проект приобрел много сторонников, поэтому такие доступные мероприятия, как велосипедные прогулки, коллективные утренние физзарядки, занятия в спорткомплексе и информирование населения о необходимости правильного питания будут продолжены. До конца апреля специалисты Центра медпрофилактики проведут обследование участников проекта «Светофор питания» в Тандынском, Лукхемском, Брунхемчикском районах. А после майских праздников в Кызыле начнется отбор участников очередного этапа проекта, старт которого намечен на 20 мая. В прежние времена хозяйки для уборки знали только одно средство – это обычное мыло. Оно и в пир, и в мир, и для хлопка, и для шерсти, и для детских вещей. А уж отстирает или нет – вопрос. В наше же время выбор средств для стирки значительно расширился. От стиральных порошков до моющих средств, способных удалять даже самые стойкие загрязнения. Разберемся, как подобрать правильное средство для стирки и где можно все закупать, чтобы бюджет не лопнул, как мыльный пузырь. В первую очередь, перед покупкой порошка или геля определите тип ткани у вещи. Это поможет правильно подобрать подходящее средство. По своему назначению гели и порошки бывают универсальные для всех видов тканей, специальные для цветных, шерстяных и шелковых вещей и для детской одежды. Лучше всего иметь несколько средств для разной одежды. А для того, чтобы после стирки вещи были мягкими, легче гладились, не электролизовались и приятно пахли, в дополнение к средству для стирки приобретайте кондиционер для белья. Для экономии расхода кондиционер-концентрат. И еще при машинной стирке применяйте специальные вещества, защищающие технику от накипи. Так вы значительно увеличите срок службы стиральной машины. А где же все это приобрести? И шампунь, и гель для стирки, и кондиционер? Ответ – в специализированном магазине «Химтоп». Здесь огромный выбор специализированной продукции, в том числе и гипоаллергенной, японского и европейского производства. «Химтоп», Аюна Курседи, 103/2. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. В республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в горах мокрый снег. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Днем местами 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.